сети только люди нового поколения. Индиго. Но поодиночке достать его они не смогут. Активировать кристалл могут 12 человек. Сейчас они якобы проявлены уже в нашем мире, воплощены в телах. Если Индиго найдут кристалл знаний до 21 декабря 2012 года, человечество имеет шанс на спасение. Только тогда пятая зеленый луч станет доступным для человека. И озеро обнаружит само себя. Кристалл хранит информацию о всех прошлых цивилизациях, которые были на Земле. Во время квантового перехода к ним будут добавлены сакральные знания о человеческой расе. Этот артефакт сможет переломить ход истории человечества. На Земле не останется места катастрофам, болезням и даже смерти. А, да. Это божественная благодать, которая хочет все потенциалы, все то прекрасное, что Бог хочет вложить на нашу землю. Только в нашей программе откровения ацтекских жрецов. Когда ждать конца света? Наша цивилизация доживает последние дни. Я расскажу, что ожидает человечество. Как зачать ребенка Индиго? Ученые уверяют, рождение вундеркинда можно спланировать. Индиго рождается большей частью тех родителей, которые не ожидают их рождения. Вот это новость! Нам буферало. Он только загорелся. Там, где для других начинается ад, ну, еще один Индиго. Это не ваша война, теперь моя. Рэмбо, первая кровь, 20.00. Рэмбо 2, 22.00. Рэмбо 3, 23.50. Сегодня на РЕН-ТВ. Зомбоящик хренов.